Во время недавней пандемии культурная и общественная жизнь перешла в онлайн. В таком режиме работал и историко-краеведческий музей Десногорска, продолжая проводить мероприятия. Одним из них стал мастер-класс «Космическое пространство», приуроченный ко Дню космонавтики. Ребята рисовали картины по просмотру мастер-класса, который проводил наш сотрудник. И также очень интересно прошла игра «Поле чудес». И у нас тоже здесь есть победительница. Итоги конкурса были подведены еще в апреле, но из-за особых эпидемиологических мер победителей удалось наградить только 20 августа. Очень приятно, что вы приняли активное участие в нашем конкурсе. Это первый такой был у нас опыт проведения онлайн-мероприятий. И вот в режим самоизоляции вы и учились, да, дома. Это было очень сложно. Из 33 представленных работ жюри отдало предпочтение 9 юным конкурсантам, чьи рисунки показались в этот раз наиболее интересные.